Для Михаила Богданова сдача норм ГТО стала преодолением себя и новых вершин. Пройти комплекс надоумил друг. За время усиленных тренировок и пресс подкачал, и бег ускорил. Последнее упражнение на золотой знак – метание граната – Михаил выполнил в прошлом году в Пятигорске. Со знаком и флагом ГТО профессиональный альпинист поднялся на вершину Атласских гор Марокко и на Эльбрус. В этом году уже в новой возрастной категории Михаил повторил золотой успех. У меня план – это начать следующий год со сдачи, конечно, нормативов ГТО. Вот. И еще я планирую поучаствовать в лыжном марафоне «Соколи горы». Записался уже. Золотыми отличниками ГТО стали и Алексей Трофимов с сыном Даниилом. Мама, к сожалению, споткнулась на одном нормативе. Здоровый образ жизни в семье на первом месте. На сдаче комплекса все поддерживали друг друга. Он бежал рядом, кричал: «Папа, по времени давай немножко нажми». То есть это было здорово. То есть, я чувствовал поддержку, он мне помог. Точно. И аналогично вы с сыном тоже так? Ну, я даже не догнал бы, наверное. Он справился сам легко. Суть комплекса ГТО – не выполнение нормативов, а системная физподготовка на протяжении всей жизни. Эта же цель поставлена и в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» НАС-проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Чтобы к 2024 году каждый второй житель страны систематически занимался физкультурой и спортом. В этом году уже 5 лет мы праздновали 5-летие внедрения комплекса ГТО, возрождения комплекса ГТО. Наверное, в первые годы шли в основном подготовленные спортсмены, те, кто умеет, знает и может выполнить норматив. А сейчас прослеживается такая тенденция, присоединяются любители спорта. Ну, мы видим, что активный образ жизни становится популярен. За 5 лет спортивного движения более 160 тысяч жителей региона приняли участие в сдаче нормативов. Около 30 тысяч получили знаки отличия различной степени. В области созданы 78 центров тестирования. В рамках реализации НАС-проекта «Демография» до конца этого года в губернии будут построены 10 площадок ГТО. Сергей Павлов, Андрей Авдеев. Новости губернии.